Начнем с праздника в Рыбнице. Накануне там отметили День города. Рыбнице 396 лет. Официальная часть праздника была в четверг, 21 ноября, в Михайлов день. А подворье и ярмарку «Покупай Приднестровское» провели в выходные. Были песни, танцы и спортивные соревнования. Подробности прямо сейчас. Праздник в Рыбнице. Пролетают снежинки. Люди в пасмурный день согреваются песнями и танцами. Мария Томчак – артистка Дворца культуры. В образе осени всех встречает на главной площади. Такой пасмурный день заставляет людей улыбаться своими яркими костюмами или какими-то заводными песнями – это греет душу. Приднестровье и Рыбница – это моя родина, и я всей душой обожаю этот город за то, что он очень красивый, очень дружный, то есть… Ты выйдешь на улицу, ты всех вокруг знаешь, все вокруг родное и домашнее какое-то. В центре города развернули подворья. Русское, украинское и молдавское. Хозяйки села Выхватинцы угощали гостей национальными блюдами. Самые популярные блюда молдаван – это традиционная мамалыга со сметаной, с творогом, с мяском, с чесночком, с брынзой солененькой, с жаркое подают. Во всех практически домах это голубцы неотъемлемые, сармали на молдавском мы их называем. И уже повседневные различные выпечки – вертуты, плацинты, рогалики, хрустики. А это казачье подворье. Здесь не только показывают искусство владения шашкой, а еще угощают ухой. Когда ее варят, добавляют не только рыбу, но и петуха. Секрет один – все от души. Все зависит от человека. Если он доброй душой, уха будет добрая. Была и выставка народных умельцев. Геннадий Лихолад – мастер по ремонту в детском саду. В свободное время делает из дерева ретро-машины, заколки для волос, блокноты и драконов. Любовь к дереву длиною в жизнь. Это ж дерево. Оно мягкое, оно теплое, оно хорошее. Лучше него нет ничего. У меня есть ЧПУ-станок. Мы его с сыном собрали сами. В Рыбнице прошла ярмарка «Покупай Приднестровское». В ней участвовали больше 60 предприятий и фермерских хозяйств со всей страны. Хлеб из русской печи привез пекарь из села Гиска. Его готовят на натуральной закваске. Это настоящий хлеб, такой, как был всегда в старину. Испокон века люди пекли хлеб в печах, на дровах, из муки, которую смалывали на каменных жерновах. Мы именно так же делаем. У нас мельница с каменными жерновами, и мы смалываем муку, и у нас получается цельнозерновая ржаная и пшеничная мука. Сыровар из Тирасполя привез 20 видов сыра. Его он делает из коровьего молока. В Рыбнице ушли бурата, сразу ушла, страчателла тоже. Очень любят рыбничане итальянские сыры. Это кипрский сыр по кипрской технологии. Он не плавится, он очень быстро румянится. Мы его вот нарезаем на сантиметр толщиной на раскаленную сковородку. Две минутки с одной стороны, две минутки с другой. И романтический ужин готов. Была лотерея. Разыграли товары приднестровских производителей. Например, один из призов – лещ копченый. 21 рыба моей мечты отправляется в номер 21. Вечером концерт на площади. Выступили лучшие коллективы Рыбницы. Гость праздника – Ян Райбург. Это молдавский певец и композитор. Его мелодии есть в репертуаре Софии Ротару. Были молоды, гуляли мы, и дарили мы всегда цветы. Были молоды, страдали мы, вспоминаем это я и ты. Ну а в 9 вечера был салют. После дискотека в программе «Эдвай», автор гимна футбольного шерифа.